Здравствуйте, все зрители моего канала! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня получила последний в этом году заказ Avon по 17-му каталогу. Сейчас я вам покажу. Заказик небольшой, но то, что заказали мои подруги и я, сейчас я вам буду показывать. Во-первых, заказали мои подруги, как всегда, вот такие вот наборы. Это наборы Today. Их у меня 3 штуки. Так, как-то вот тут поместить все. А может, и не стоит помещать их сюда все. Вот. И вот он, 3-й наборчик. Вот. На столе не помещается, поэтому я лучше сниму. Вот. На эти наборчики есть одежки, обложки. Вот такие вот красивые. С брежневой. Но, к сожалению, я попробовала ее одеть, и у меня не получается ничего. Вот такая вот красота. Не могу ее одеть, поэтому отдам девчонкам набор и обложку. Пусть сами одевают, если им захочется ее одеть. Вот. Заказала я себе опять Amor. У меня заканчивается моя вот эта вот любимая водичка. Пока мои девчонки все подряд не стали пользоваться Today, я тоже любила очень Today. Но когда вот прямо приходишь к одной, к другой, к третьей, и все, у всех один и тот же аромат, я перешла вот на этот вот. И очень люблю. Очень водичка стойкая, шлейфовая. Мне очень нравится. У меня еще немножечко в той есть бутылочке, поэтому эту пока я распечатывать не буду. Девочки, поверьте, прекрасный аромат. Достойный. Также я заказала свой любимый аромат Little Black Dress в маленьком форматике. Сейчас он не заклеенный, тут не запечатан. У меня в большой бутылочке есть немножко. Вот такая вот теперь стала бутылочка здесь. А с пульверизатором очень хорошо. Так что, чтобы не заканчивалась у меня вода, которую я люблю. Также я взяла себе пудру. Пудру тоже у меня там остатки прежней роскоши. Я люблю крем-пудру, но пудра у меня тоже должна быть. Правда, мне ее надолго-надолго хватает. Ну вот, это последний заказ. Думаю, пока там еще после Нового года что-то будет. Вот, поэтому вот решила заказать. Пудрочку взяла светленькую. Вот такая вот она светленькая-светленькая. И называется она светлая. Так, кто-то из девочек меня попросил лак заказать. Сейчас мы посмотрим. Я даже не знаю, какой он будет. Даже очень хочется посмотреть. Так, а что это такое? А это не лак. А я думала, что это лак. Это вот такой вот тональничек там. В коробочке как лак. Она говорит, у меня есть все хайлайтеры темные, но вот мне надо что-то такое вот светлое. Вот такой вот сиреневатый оттенок она заказала. Как-то он будет, тут вероятно, это будет вот здесь вот крутиться. Здесь вот такая вот, такое колесико есть. Так, да, точно, не буду выталкивать его оттуда. Вот такая вот интересная, красивая штучка. Так, вот так здесь написано. Стик такой. Так, еще одной девочке я заказала леди помаду. Она постоянно ее берет, поэтому я уже заказала впрок. Открывать не могу. Себе заказала еще 2 вот такие вот красоты. Посмотрите, какая красота. У меня 3 таких блокнотика на холодильнике приклеены, но здесь я просто не могла пройти мимо. Не знаю, отблескивает, может быть. Вот, здесь такой милый мишка с сердечком и котенок. Очень хорошенькие блокнотики и очень удобные такие магнитные. Вот. Даже когда блокнотик использую, что можно просто вот это отрезать их и его использовать как магнит. У меня даже такой вот кусочек лежит в кошельке. Когда у нас стала мелочь, и копеечки эти очень неудобно не теряются доставать, то я такой магнитик положила себе кошелек. И когда нужно конфеечки, просто достаю и
Берите, снимайте, пожалуйста. Вот, заказала я себе кисточку. Здесь она была по хорошей цене. Сейчас продырявлю, попробую ее открыть и вам показать. Вот так. Вот такая вот. Оставила клей немножечко. Вот такая вот приятная кисть. Ой, такая приятная. Набита хорошо. Вот. Кончик у нее белый такой. Черненький, приятная, мягкая. Такая ласковая, ласковая. Так, и последнее, что я заказала, это пакетики. Пакетики и календарики. Взяла еще пару вот таких вот календариков маленьких. Вот, на всякий случай, если кому-то так презент сделать с Новым годом, поздравить, очень красивые календарики. И взяла пакетики маленькие, вот такие вот пакеты. Здесь 25 лет написано Avon. Странно, что 25, по-моему, уже было 120. А это написано 25 лет красоты в России. Не поняла, к чему тут 25 лет. Вот, ну, пакетики тоненькие, тоненькие. Ну, если положить так водичку или какую-то помадку, то пригодятся, потому что у меня уже пакетиков от Avon не было. Вот и все, мои дорогие, вот такой у меня сегодня заказ предновогодний. Теперь уже, да, вот каталог пришел, конечно, еще. Вот такой вот каталог под номером 1. Будем потом смотреть. Я за 2 каталога заработала себе подарок. Так, а где он, подарок этот? А где он, этот подарок? Ну вот, я же его видела. Я же его видела. Да, вот, нашла. Вот такой вот заработала подарок. Я решила, что мне нужен вот этот вот набор. Очень хочу попробовать вот эту вот водичку. Вот прямо, ну вот какое-то у меня ощущение, что она мне должна обязательно понравиться. Вот, вот и весь заказ, вот все, что я получила. В новом каталоге будут маски различные и по хорошей цене. Здесь сплошная распродажа в новом каталоге. Но это мы уже будем в новом году заказывать. Как это говорится, подумаем об этом потом. С вами была Галина. Надеюсь, вам было со мной интересно.